Ребята, вот сегодня вечером прям позвонили с почты, сказали, приезжай, там к тебе какая-то большая посылка пришла. Я такой, что-то, блин, да ладно, большая, думаю, что я такого большого заказывал? Вот, оказывается, обувь пришла, блин, реально за 2 недели прям. Вот, я не ожидал, что так быстро сейчас работает почта. Давайте откроем, я вот взял. Короче, здесь у нас кроссовки. Мне прям интересно, по размер я попал или нет. Одной рукой неудобно, конечно, надо было взять. Скажите, сейчас я так вот сделаю. Штативчик надо было взять. Короче, на таких я не видел у нас в магазине. Я ж люблю все такое необычное. Что-то еще. А это что? А, хрена, прикиньте, ребята, две пары пришли. Две пары. Две пары. Неужели это один магазин был все? Аж прям не верится. Это оранжевые, а то салатовые. Давай. Одни должны быть оранжевые, а вот эти маленькие, вернее, маленькие должны быть. А, сиреневые. Ой, блядь, вру, сиреневые эти. Ну, здесь они такие зелененькие. Блин, они же должны быть сиреневые. Нахрен я такие. Неужели я такие заказываю? Зеленые. Давай, вылазь. Короче, лишь бы мой размер был. Зеленые тоже неплохо. Зеленых я тут тоже не видел. Надо было штативчик взять для телефона. Мягкая подошва, это очень радует прям. Ух, класс. Ну, второй не буду показывать, да, он такой же. Он такой же. Блюненькие. Будем мерить. Самое главное, это другие. Эти классные тоже, да, необычные такие. Необычные. Но самое, что мне хочется открыть, это вот эти. Салатовые. Ауе. Ауе. Я всегда себе хотел такие колеса. Красавчики. Подошел бы еще размерчик. Было бы, ну, просто прям пушка-бомба. Мне под мотоцикл прям. Давай. Пупырка. Мощная. Мощная пупырка. Сейчас покажу, как они смотрятся. О-о-о. Это что-то. Это что-то с чем-то. Ту-дум. Да, второй. Влазь. Ребята, ну прям как на картинке были. Вот реально, как на картинке. Бля, что они такие, ребят, что они такие высокие? Я не ожидал, что они такие высокие. Ну просто болотоходы. Реально болотоходы. Сейчас буду мерить. Интересно же. Болотоходы, блин. Это зимняя обувь, походу. Не, ну, как бы нормально. Вы знаете, я прям четко, ну, сука, ну, блядь, болотоходы. Просто болотоходы. Можно было, в принципе. Хотя, если на размер меньше брать, мне кажется, палец бы давил. Так оно бы аккуратно, но они реально сильно вот такие громоздкие. Сука. Чё ж они такие большие? Как-то так. Бум-бум. И вот. Бум-бум. Там они более такие бирюзовые смотрелись, если честно, ребят. Там они бирюзовые были на картинках. Более. Цвет более бирюзовый был. Ну-ка, эти напялю.
прям, ребята, прям мое. Прям мое. Отлично. Пушка. Просто пушка. Я очень рад, ну такие, блин, здоровые, реально. Ну, подошва интересная, необычная, ничего не скажешь, да. Несно грязь будет забиваться сюда жутко. Ух, класс. Ну что, на этом завершаем. Видосик распаковки. Е. Yeah.